Хочу мужчину я создать, чтоб мог всегда он побеждать. Еду добыть и чувства нежные дарить. Поверь, идея хороша, но только женщины душа способна на такое и верить, и любить. Ну не спорь, ты со мной, ведь я хозяин на Олимпе. Милый мой, мы с тобой всегда к консенсусу придем, и опытным путем, создав два образца, объединим навеки их сердца. Тебя готова удивить и пир роскошный закатить. Опять икрой заморской будешь почивать. Есть канапе и цезарь есть, отведай, окажи мне честь. А я как раз сегодня вдруг захотел икры. Ты прости, не икру, арбуз квадратный я купила. Бог с икрой, я с тобой готов пуд соли съесть. И в царстве лад, когда в дому согласие есть. Ты со мной, я с тобой, умеем мы договориться. Ты всегда критикуй, но что-то предлагай. К успеху понимание нас приведет, и эту цену знает весь народ. Потом левым флангом атакуем на приманку. Но не картошкой нужен огурец. Вижу, что голодный наш боец. Мысль моя такова: нужна нам пушка в обороне. Без нее все слова. Свекольная ботва. Как ни крути, Анка ведь права. Ага. Все согласны со мной. Ну как с директором поспоришь? Знают все, только спор поможет истину родить. Договориться можно по вопросам всем. И заживем без лишних мы проблем. И станет жить вкуснее сразу же.